Справиться с последствиями двух разрушительных тайфунов. Такая задача стоит перед экстренными и коммунальными службами Тайваня. В минувшие выходные на остров с разницей менее 24 часов обрушили сразу два тропических циклона – Нисат и Хайтан. Скорость ветра порой достигала 180 км в час. Большого числа жертв удалось избежать. Погибшим считается один человек, еще один пропал без вести. Более 130 получили ранения. В результате стихийного бедствия затоплены 279 районов, обесточены дома и квартиры около 700 тысяч тайваньских семей. Между тем сообщается, что подавляющее большинство аварий и обрывов линии электропередачи уже ликвидированы. По распоряжению властей из опасных районов, где отмечены наводнения и исходы оползней, эвакуированы несколько тысяч человек. Вслед за Тайванем оба тайфуна нанесли удары по территории юго-восточной провинции Фуцзянь, материкового Китая. Информация о каких-либо серьезных разрушениях или жертвах пока не поступала.